Здравствуйте все, я доцент доктор Башак Бастанчи, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о малой хирургии. Пациенты, которые не хотят пользоваться контактными линзами и очками, но испытывают трудности со зрением из-за различных аномалий рефракции, время от времени обращаются к нам за операциями по коррекции зрения, глазными операциями. Наиболее часто используемые операции на глазах – это роговичные лазерные операции, которые мы проводим на внешнем прозрачном слое глаза. Операция Small Surgery, которая является одной из таких операций, направлена на коррекцию рефракции глаза путем изменения рефракции и формы роговицы. Что мы делаем в этой операции? Не снимая покров с поверхности роговицы и не нанося поражения непосредственно на ее поверхность, мы можем корректировать столько ткани, сколько планируем, что может варьироваться в зависимости от рефракционной ошибки пациента, то есть степени очков. С помощью метода, который мы называем фемтосекундным лазером, мы заготавливаем его из внутренних слоев роговицы и выводим через небольшой разрез. Поскольку площадь разреза на поверхности глаза небольшая, пациент может испытывать жжение и покалывание в течение часа или двух, а комфорт нормализуется на следующий день. Кому особенно стоит отдать предпочтение малой хирургии? Малая хирургия может быть особенно предпочтительна для людей, работающих перед цифровыми экранами, так как она вызывает меньше сухости глаза по сравнению с другими методами, и особенно для пациентов, занимающихся контактными видами спорта, так как мы не разрезаем века. Если у вас есть вопросы о малой хирургии и вы ищете ответы, пожалуйста, обратитесь к опытным офтальмологам. Желаем всем здорового дня!